Этот блок питания моложе меня на 4 года, потому что он 1975 года. А я 71-го. И что забавно, он до сих пор работает, функционирует. Одним словом, ну, прям можно сказать, повербанк, так, по-рабоче-крестьянски. Да, умели при Союзе делать электронику. Это вам не Китай. Ну, рад был, что вам понравилось.